Всем привет, подписчики и гости моего канала. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний. Пусть новый 2016 год принесет вам только удачу. Спасибо, что вы со мной. Этот проект совместно с русскоязычными армянскими блогерами. Мы решили поздравить вас с Новым годом. Հարգելի բարեկամներ, շնորհավոր ձեր բոլորի նոր տարին. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня такое праздничное настроение, потому что я собираюсь вас поздравить с Новым годом, с наступающим Новым годом. И это видео я снимаю не одна, совместно с другими блогерами-армянами, и мы все вместе собрались для того, чтобы вас поздравить. Нас, конечно, мало, но все-таки мы есть, и я бы хотела, чтобы вы нас хотя бы знали в лицо. Да, давайте мое видео поздравление и обязательно досмотрите это видео, потому что дальше будут поздравления остальных блогеров. Каждый год поздравляю вас с Новым годом. Если честно, я чувствую себя в роли президента РФ или президента Армении. Поэтому действительно я смущаюсь. Может быть, я найду не все те слова, которые очень хочу высказать вам, которые хочу пожелать вам. Но все-таки я некоторые слова набросала для того, чтобы все-таки не забыть. В первую очередь я желаю всем здоровья. Это то, что не купишь за деньги. Я желаю вам, чтобы в вашей семье никто не болел, а самое главное, чтобы не болели ваши дети. А второе, я бы пожелала вам, чтобы вот вся та черная полоса, которая была в 2015 году, не перенеслась на 2016 год, чтобы 2016 год был одной лишь сплошной белой полосой. Не забывайте ставить перед собой цели, ведь наши мысли все-таки материальны, и они действительно могут воплотиться в жизнь. Так что обязательно ставьте перед собой цели, что я уже и сделала, так что такое видео обязательно ждите на моем канале совсем-совсем уже скоро. Вот, ставьте перед собой цели и выполняйте их. И, конечно же, я бы вам пожелала счастья и любви. И это тоже, я считаю, немаловажным. Кстати, вот 2015 год лично для меня был, ну, вот действительно очень тяжелым, хотя я не хочу вот этой сентиментальности, да, грустить, потому что у нас на носу 2016 год, и он должен пройти у нас очень хорошо. И да, 2015 год еще к тому же и был кризисный, поэтому мы оставляем все это в сторонке и переходим в 2016 год, в Новый год, в новые наши желания. И самое главное, чтобы все наши желания, которые мы загадаем на 2016 год, обязательно сбылись. Я выражаю свою благодарность всем моим подписчикам, всем тем, кто в 2015 году оставался со мной, всем тем, кто подписался в этом году на мой канал. И да, если, кстати, вы новый зритель, то подписывайтесь, не забывайте подписаться на мой канал и ставьте свои лайки. Я, кстати, вот с нетерпением всегда жду под каждым своим видео комментарии. Обязательно их читаю, всегда отвечаю. Да, не забудьте досмотреть все это до конца. И самое главное, что бы я еще хотела сделать, это поздравить армян. И сказать это на армянском языке. Шнурхавор аманор, епсурб цанунт. И всем пока-пока. Болорин Барев, Церед Эдгарне, явим канала Митк Эдгарец. Я живу в России, город Уфа. У меня есть свой канал, который называется «Мысли от Эдгара». Хочу поздравить всех армян всего мира, космоса с наступающим Новым годом. А может быть, вы уже смотрите и наступившим 2016 годом. Хочу пожелать вам здоровья, удачи. Ну, так бы, конечно, сказал, наверное, каждый. Здоровья, удачи, счастья и все такое. Стандартные слова. Мне они не очень нравятся. Я лучше пожелаю, знаете что? Чтобы вы оставались человеком, даже когда вы не можете им оставаться. Потому что жизнь сложная штука. И самое главное, остаться хорошим человеком. Чтобы в следующем году делать хорошие дела. И чтобы при встрече с вашими близкими они были рады вас видеть. И чтобы вы смогли провести свой Новый год вместе со своей семьей. Потому что Новый год – это семейный праздник. И нужно хоть один день, но посвятить именно своей семье. По возможности, конечно.
Так что желаю вам провести Новый год, чтобы вы все было супер. Спасибо отдельно Офелии за то, что она организовала этот ролик. Шнуровож, цель нож, тарин. Всем пока. Доброго времени суток, друзья. С вами я, Лаура. Привет из Парижа. И сегодня хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Это видео совместное, совместно с другими армянскими блогерами. Под этим видео вы найдете другие ссылки на каналы. И надеюсь, они будут для вас очень полезными, информативными. Последние дни декабря всегда наполнены предпраздничной суетой. Кто-то решает, где и с кем он будет встречать Новый год, кто-то мечется в поисках подарков, а кому-то приходится составлять меню. Каждый Новый год у нас традиционно ассоциируется с предвкушением прекрасных событий, приятных перемен и надежд в лучшее. Все загаданное вами непременно сбудется, благосостояние растет. Будьте счастливы, самое главное, будьте здоровы. Пусть родные и близкие всегда будут рядом с вами. Ну а мы, в свою очередь, будем делать все возможное, чтобы вам было уютно, комфортно, интересно на нашем канале. С наступающим Новым годом, друзья! Ура! Шнур хавур дзер нор тари!